Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Не боитесь меня? Нет, не зачем вы снимаете? О, это моя работа. Кем же вы работаете? Я работаю агентом по отбору моделей красивых девушек для съемок в сериале. А сами бы хотели попробовать? Ну, не знаю. Я как бы учусь, работаю, у меня не до сериалов. Мне кажется, вы просто клад для нас. Ну, у вас скрытые таланты есть, и талант актрисы у вас тоже присутствует. Я прям в это верю. Звоните просто, я вам оставлю свою визитку. Мы встретимся у меня в офисе, в студии. И сделаем такой ролик пробный. Хорошо. Окей? Все, меня Алексей зовут. А вас как? Света. Света? Очень приятно, Света. Ну, до встречи, я буду ждать вас. Хорошо. Себя. Окей? Все, я позвоню. Ну, пока-пока. Пока. Пока-пока. Привет, Света. Приветик. Как дела? Как настроение? Проходи. Отлично. Проходи, присаживайся сюда. Вот это моя студия. Здесь я работаю. Очень нежная. Отбросить комплексы. Мы будем с тобой снимать. Ну, мы сделаем пробный ролик с тобой. Видео пробное. Я покажу своим продюсерам, чтобы они дали нам зеленый свет и одобрили. Представь, что ты на пляже и снимешь себя топик свой. Ну, не знаю, мы так не договаривались. Ну давай, не стесняйся. Здесь кроме нас с тобой никого нет. Тут еще камера. Но представь, что ее как будто нет. Ты как бы не замечай их, эти камеры. Ладно, только топик. Давай. Уже неплохо.